Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, улица Беляева. Смотрите, какой прекрасный набор. Чай и шоколад. Метро Делюкс. Очень красивая упаковка. И темный шоколад внутри. Чай черный листовой «Кения». И превосходный темный шоколад с кусочками апельсина и миндаля. Значит, чай 100 грамм здесь, а шоколад 38 грамм. 191,90. Хочу показать, как варварски относятся покупатели к товару. Все порвали, все разорвали, разодрали. И тут как можно потом купить и что-то кому-то подарить. Даже для себя не очень приятно вот это покупать. Опять новые конфеты. Желе О'Фреш. Вкус клубники и сливок. 200 грамм. 84,90. Грильяж в шоколаде. Вот не помню, я его показывала или нет. 160 грамм. 97,90. Я не люблю грильяж. Мне кажется, я одна, наверное, его не люблю. Я жесткая, не очень. А такие точно показывала. Вот такие конфеты по мне ассорти. Такие 132. Гавайская смесь. Смотрите, какая она красивая. Быстро замороженная. Так я цену и не нашла. Мексиканская вот такая стоит 92,50. Ну и где-то в этом же районе, наверное, и эта гавайская. Мне понравилось. Смотрите. Взять, потушить, отлично. Там и перчик, и рис, и кукуруза, и горошек зеленый. И большая, 1 килограмм. Не знаю, сколько стоит. Ну, смотрите, какой у нас йогурт появился. Милки-гурт. Милки-гурт. Это неповторимое сочетание молока и спелых летних плодов с персиком и абрикосами. Милки-гурт питьевой. 29,90. Обезжиренный. Его здесь очень много, и он весь разный. Есть, вот смотрите. Так, это с чем у нас? Это с вишней и смородиной. Молоко 3,2, молочный терем 40,90, 1 литр. Ряженка 2,5 жирности, тоже молочный терем, 46,50, 0,9 литра. Провансаль 1 килограмм, соус майонезный особый 47,90. Творожная масса с изюмом. Деревенское подворье. И здесь написано, что содержит растительное масло. 66 рублей. Сметана альпийская корова. И здесь тоже написано, что по технологии молоко содержащий продукт заменителем молочного жира. Произведен по технологии сметаны. Да, такое брать нельзя, наверное. 15% жирности. Ценника нет, конечно. Только привезли. Майонез провансаль. 67% нежный. И тоже ценника нет. Что-то нет ценников. Ричи провансаль. Майонез тоже 60%. 67%. Классический. И вот еще майонез. Тоже провансаль. Печагин. Без искусственных красителей. Не содержит ГМО. Содержит высококачественный яичный желток.
58,90 800 литров, 800 миллилитров. Милк джус, клубника, малина, молоко, сок, витамины. Что-то я вам сегодня все показываю, и ни на что у меня нет ценников. Видимо, только привезли. Здесь абрикос, по-моему, киви, может быть. Хотя я так не думаю, что только привезли. Просто нет ценников. Такие вот йогуртно-овсяной напиток, полезный завтрак. Черника, ежевика. Это клубника, банан. Это на молоке. А вот такой без молока. Тоже нет ценника. Нормальный получается обзор. Товар показывают, цен нет. Так, а это у нас что? А это у нас напиток детский. Напиток детское игристое. 1,7. Так, смотрим. Так. Барбарис. На сахаре. Содержит натуральный сок без искусственных красителей и подсластителей. Вот, если это на самом деле так, то это хороший напиток. На Новый год можно. Сильно газированный, безалкогольный напиток. Так, а это лимонад. На сахаре тоже содержит натуральный сок без искусственных красителей и подсластителей. Повторюсь, 37,90 вообще за так. Нектар яблочный. 3 литра с подсластителем. 59,90. Также имеется вишневый. И все. Такая водичка газированная. Вся прозрачненькая. Лимон. 12,60. ПЭТ упаковки. 1,5 литра. Низкокалорийный газированный напиток с ароматом лимона. Состав: вода, кислота лимонная, подсластитель, и все. И больше не надо читать и брать. Я не полезная, только кока-колу пью из неполезного. И вот такой еще лимонад. 12,60 тоже. Ессентуки. Источник номер 4. 1,5 литра, 21,70. Я вот минеральную воду пить вообще не могу. Мне кажется, она соленая и содовая. Суп быстрого приготовления для большой компании. Куриный с рисом. Может быть, даже такой можно взять. 18,30. 240 грамм. Приправа хмели сунели. Не знаю, очень редко пользуюсь приправами. 18,90. 200 грамм. Я люблю, а муж не любит. Приправа карри. 11,20. И прованские травы вообще не люблю. 11,20. Смеси соли и пряностей. Адыгейская. 13,70. 400 грамм. Мак 60 грамм, 34,80 для булочек. И сахар ванильный 5 рублей 50 грамм. Такой вот нормальный, не маленький, 5 рублей всего. Ванилин. Выпечка приобретет неповторимый вкус и аромат. 15 грамм, 5,30. Кокосовая стружка белая. Подготовились к празднику. Так, 8,90. Затем для корейской морковки приправа 4,70. И разрыхлитель теста 6,70, 50 грамм. Зеленый горошек по 25,20. Фасоль белая 26,30. Фасоль красная 26,30, 400 грамм. Кукуруза. Сахарная донская кухня 39,90. Ананасы в банке кусочками 78,90. Маслины без косточек, вернее
Да, маслины 280 грамм, 44,90. И шампиньоны резаные. Хорошая вещь. 86,90, 850 миллилитров. Ну, мне кажется, это выгодно. Они, я не знаю, как эти, обычно они недосоленые, просто подсолить, поджарить, и отлично. Хорошие, мне нравится. Такой бы я себе взяла. Лосины в горошек. Вернее, даже брюки-леггинсы женские, 42 от 42 по 56 размер. 262 рубля 50 копеек. И есть вот такого серого цвета. А это кальсоны мужские. Размеры тоже. Это 56. 100% хлопок. Смотрите, какое качество. 256,50 с начесом. А это блузка женская, 52 размер. 177,90. Вот за этими блузками здесь ажиотаж. Это 62 размер. Больше как футболка, наверное, чем блузка. И стоит всего 177,90. А это 52 размер. И мне кажется, они немножко маломерят. Носки женские, зимние, две пары. Город Новосибирск. Хлопок 80%, полиамид 20%. На вид неплохие, 23-25 размер. Разные расцветки. Вот такие в развернутом виде. Не знаю, на ощупь не особо. Еще леггинсы есть. Просто, без всякого горошка, под джинсу, или как называется. Вот они в развернутом виде. Здесь манжет и как вот с начесиком. Так неплохие, но мне кажется, если такие, то надо было, конечно, темные, черные или темно-синие. Это чисто мое мнение. Может быть, это домашние просто. Не знаю. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!